Итак, представьте себе, два друга хорошенько выпили, легли спать, на утро продолжили, опять находятся в таком же состоянии, один из них обращается к другому. Виктор. Доброе утро. Скажи, пожалуйста, у меня... Ты. Вчера? Вчера. Во время вечернего чая по столу желтый лимон не приял. Так это ты мою канарейку в чай выдавил? Спасибо. Стоят трое, соображают, естественно, на троих, дают одному стакан, тот берет стакан. Сейчас вырвет. Второй. Не, ну не придурок. Кто вырвет? Тут все свои. Два украинца, будучи в командировке в Ереване, за пару часов до отправления поезда, чисто случайно попадают на старинное армянское кладбище-музей, бродят среди надгробий, читают надписи. Арабалаян. 1905-1988. Жив 5 лет. Ну, наверное, ошибка. О! Грачи Карапетян. 1911-1995. Жив 3 года. Что за бардак? А ну пішли к сторожу, узнаем, в чем дело. Приходит сторож, говорит: дядя, ты извини, мы, конечно, с математикой на вы, но не до такой степени, понимаете? Мы так считали на калькуляторе, у нас не получается, понимаешь? Там человек прожив лет 80, написано 5. Цей прожив лет 70, написано 3. Объясни. Это несложно объяснить. Неужели непонятно? Ты же взрослый человек. Жиль, это не имеется в виду, жиль там существовала. Жиль! Понимаешь, когда заграничные командировки, девочки красивые, машины, денежки, когда жизнь такая, утопи, дратопи, вот. Все остальное не считается соувечением. Понятно? Да понятно, что ж тут неясного. Короче, Валера, когда я сдохну, напиши мне на могиле, родился мертвым. Спасибо.